Марию. Вот собрались. Да. Привет, это Гульшан, моя подруга. И Дана, почти сестра. Даже почти не почти, а сестра. Приехали в корейское барбекю у нас в Денвере. Здесь огромная плаза корейская. И подряд салоны, рестораны, буфеты, кондитерские корейской диаспоры. Посмотрим, что у нас там. Мы знаем, что уже не первой свежести. Я не сказала, что я в Европе, где живу. Спасибо. Мы не туда, что ли, зашли? Не туда. Да. Кстати, хорошее место. Мы здесь первый раз, а Ильданочка уже несколько раз была. Да. А я была в другом совсем месте. Кстати, очень-очень много народу. Видимо, неплохо готовы. Что будем брать? У них есть агипсаль. Это как они корм жарят. Но мы корм не будем брать, мы мусульманские девочки. Мы будем брать. Hey there. Hello. Сейчас мы спросим, она нам может быть предоставит что-нибудь. We just want a barbecue for three, and we have hard times finding out which one should we get. No pork on it. Yes. Everything is okay. The biscuit is nice. Yeah. Mm-hmm. Those are pork and chicken. Okay. Yeah, these are beef. Chicken. Yeah, everything is in here. So okay. And then those are soup. And then I think. I was in the past here and there was a spicy soup that comes with this. It doesn't come with this. The spicy combo. With. Yeah, really good spicy soup. The spicy soup? Yeah. Like kimchi soup? I think it's here. Kimchi soup. Maybe, but it had like an egg drop in there, but it was that's not the soup. Which one is it? The tofu soup. Yeah. The tofu. Mm. Yeah. I think last time you had a combo, right? I did. Yeah. You have a combo. I keep forgetting the soup was to die for. Like, that's all I ate. Oh, okay. Okay, I got it. Okay, thank you. Okay, so what are we going to do? We're going to get Spicy. This is Slinsa's choice. Bulgogi, да? Вот это bulgogi. Давайте bulgogi возьмем. Bulgogi. Bulgogi, да, наверное. Like, no one was spicy. Let's Aziza, you have this spicy. Да. I'm good. Regular. Yeah. Regular one. If we need spices, we can add. Хорошо, тогда regular. Поджаренные, это самое, яичко, салат с макаронами, Азиза.
Салат. Будет американский салат. Да, здесь тоже кимчи первого вида. Кимчи с огурцами. Это чапчи. Thank you. Spicy sauce, beef sauce. Что у них ложка, вилок нету, я не умею этим. Да. А здесь? Это я не помню. А пожурка не буду, я не знаю. Масло они тоже кладут мясо. Ну, если вы хотите вилку, вы можете спросить, они дадут вам. Да, я потому что ты муж эти мясо? Конечно. Я смотрите, я просто лучше. Вот смотрите, разберите одно, чтобы они только одну разберите. Одно между вот этим пальцем большим и между вот так. И вот, чтобы понравилось, не выбирать. Просто ее вот так. Так даже двумя большими пальцами придерживаете. Все, чтобы она не двигалась. Можно вот так, чтобы пальцы не все. Ну как ручки держите карандаш. Не может себе видеть карандаши. А то пока не двигается. Ну можно, пока не двигается. У меня палец даже не двигается. А вот он застыл. Карандаш-то стоят. А так не надо, вот так вот все. Ой, а вот здесь не перекрещивается, она должна параллельно, в диаметре. Две линии параллельно. Вверх двигается, вы ее катаете. Вот эти капучки катаются. Это вот тоже статичное. Вы не видите, но это верхняя. Она какая-то... Вот видите, вот ручку делите? Ручку двигаете. Вот. Азизочка. Вот. Все. Мама. Все. Кореянка. Все. Вот так. Все. Две параллельные линии по геометрии. Советский человек у него еще на да, моя. Все. Вот так. Так будет. Что именно учитесь. Да. Вот. Вот. Если когда берете, вот так катаете. Just in case, can we have a fork for this lady? Just in case. The soup is amazing. Она будет там сама жарить, да? Она начнет? Начнет. А потом она же сами будет. Ну, луковица гибридная, да? Да. Он положит. Мы начнем ее переворачивать. Это говядина. Надо было нам фартуки одеть, чтобы на нас грузы не попадали. Не будет так испылявчики. Процесс пошел. Комментируйте, еда на помощь. Сейчас будем переворачивать. Для наших... Что у нас? So that's the soup, right? This is a bulgogi. А, bulgogi. And this is the carby. And the carby. And the soup is the soup. Is the carby. Все? Сейчас будем жарить. А ножницами нам дала подрезать. Нам не принесут порты. Я вкуснее здесь варю. Ресторан вкусно, конечно, но я вкуснее здесь варю. Потом, когда будем резать, опять сделаем. Прайм рыб, это ребрышки. Если что, еще закажут. Конечно. Мне у нас мало, потому что мы другие. Это прайм рыб. Что мы сейчас сделаем, это... Господи, прайм рыб нет. Мы на антрикот. Сейчас, да? Антрикот. Антрикот. По-русски это будет антрикот. Мама уже не выдерживает, а виза. Она молодчинка, знаешь?
быстро и там, и здесь.